комиссии Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное, участвующим в работе по реализации закона города Москвы от 11 июля 2012 года номер 39 о наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями. В соответствии с законом города Москвы от 11 июля 2012 года номер 39 предлагается утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Центрального Чертаново, который кто будет участвовать непосредственно в работе по реализации данного закона. Проект решения также был представлен, с ними все ознакомились. Прошу поддержать данный проект решения и проголосовать, кто за данный проект, кто против, воздержать.